Расскажи о своих предках. Мои предки очень интеллигентные. Дед доцент, бабушка балерина. И эти клички им дали еще при первой ходке. Нет, я с петлюхой больше в лодку не сяду. Почему? Он что, плохо гребет? Да не в этом дело. Просто у него такие уши, что против ветра не выгребешь. Вчера на кухне видел фильм ужасов «Шепот». Так у тебя же на кухне нет телевизора. Нет, ты не поняла. Тёща и жена одновременно ангиной заболели. Ну ты как сам, как жена? Я помню, она 30 лет назад цвела как роза. Все отцвела, одни шипы остались. Русский приезжает в гости к татарину и интересуется, как будет по-татарски спросить, водка есть? Татарин говорит, арака барма? Через несколько дней русскому действительно пришлось идти за водкой. Он стоит, вспоминает, потом говорит, барака барма? Почему мы сначала видим молнию, а потом уже слышим гром? Элементарно! Видим мы быстрее, чем слышим, потому что глаза находятся впереди ушей. Почему мы посылаем в космос самых высоких и красивых, а инопланетяне к нам зеленых ушастиков? Мне сказали, что я очень по-кошачьи вожу. Как будто еще 8 жизней в запасе. В своем магазине дама протягивает палец попугаю. Ну, зелененький, ты говоришь? Попугай говорит. Мадам, откровенность, откровенность. Вы яйца несете? Девушки, Минздрав предупреждает, что злоупотребление алкоголем может вызвать ощущение, как будто ваш бывший парень рад слышать вас 3 часа ночи. У меня украли бумажник, в котором лежала вся зарплата. Я, конечно, расстроился, но преступник, наверное, еще больше. Запись в школьном дневнике. Петруха совсем перестал посещать уроки английского языка. Это объясняет тем, что в Лондон ехать не собирается по причине скудного семейного бюджета. Подписываемся, кликаем на колокольчик.